Приветствую вас, дорогие зрители! Чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. Диктатора Владимира Путина могут убить украинские или западные военные, кто-то из его окружения или сами же россияне, несколько вариантов. Но с 90% вероятностью произойдет это в течение года, считает российский оппозиционный политик Илья Пономарев. В интервью радио НВ он рассказал, что происходит вокруг главы Кремля и к чему он стремится, почему Украина безусловно победит и почему российская угроза останется даже после распада РФ. Путин понимает, в какую беду он попал из-за войны с Украиной. Что теперь? Чистки, перевороты. Он будет жить и бояться. Надеюсь, что он начинает это понимать. Он получает информацию от своего ближайшего окружения. Они стараются не говорить ему ничего такого, чтобы он не стал их в чем-либо винить. Поэтому я считаю, что его информация как минимум неполна. Оцените качество новостей лайком или дизлайком, а также напишите комментарий. До встречи!